утро для всех, кому не спится в столь ранний час. Давайте знакомиться. Это передача «Вместе». За ближайшие 15 минут мы расскажем вам о самом интересном, что происходило в Балтии. Театр, музыка, спорт, ну, в общем, всего и не перечислишь. Давайте смотреть. Это продавцы. Торговлей в мире занимается несколько миллионов человек, а вот космонавтов у нас всего несколько сотен. Расскажу вам по секрету, что некоторые из них живут по соседству с нами, да и учиться могут в той же самой школе. Обыкновенный рижский мальчишка Толя Соловьев всегда мечтал стать космонавтом или же летчиком-истребителем. Однако после окончания школы ему пришлось идти в слесари, работать на двух заводах одновременно и учиться в университете на физико-математическом отделении. Целый год Анатолий усердно налаживал оборудование, решал сложные задачки, пока, наконец, не решил бросить все и уйти в космонавты. 9 лет потребовалось ему, чтобы осуществить свою мечту и стать 205-м космонавтом мира. И он взлетел, сын Балдырая, преодолев земной покров. Из космоса на мир взирая, привет нам шлет наш Соловьев. Ученики школы номер 33 решили собрать о космонавте всю информацию. Он... простой человек. Когда мы вот были на встрече с Соловьевым, он совершенно просто говорил, он даже с юмором такой, тоже, ну, великолепный, я считаю, человек. Ходили в гости к учителям, знакомились с семьей и сами мечтали о небе. В качестве подготовки, например, крутили солнышко на качелях. У меня уже рекорд 300, я буду устанавливать еще больше. Вот если бы я стала космонавтом, я бы смогла спокойно держать равновесие на корабле. Однако сам космонавт убежден, что качели – это далеко еще не вся подготовка, о чем и упомянул в своей личной встрече с ребятами. Хотелось бы увидеть в каждом человеке, в каждом молодом человеке личность, поверить в то, что он не обезьяна, в том смысле, что не обязательно, если вот идет другой с бутылкой пива, вот и я хочу, сделай хотя бы в этом свое «я», пройди без бутылки, нарисуй ты свою, ну, умозрительную звездочку в жизни, реально ее достичь. И вот иди к этой звездочке. Но и это еще не все. Непременным условием жизни для нормального существования космонавта являются занятия спортом. Это уже вопрос жизни и смерти. Не будешь заниматься физкультурой, не будешь тренироваться, не спустишься. И это не пустые слова. Поэтому буквально, ну если не с первого дня, проходит какой-то режим адаптации, но это несколько дней. Но как можно быстрее нужно вскочить на беговую дорожку, сесть на велоэргометр, взять эспандер и так далее. И чем быстрее это сделаешь, тем лучше, потому что деградация идет мгновенно. Мы даже, если особенно и не заниматься здесь спортом, но все более-менее останется в тонусе, да? А если попасть в невесомость, мгновенно ваши мышцы станут дряблыми, ну, буквально в ничто превратятся. Костная ткань станет рыхлой, вы потеряете солевую основу, ну и так далее. Ты понимаешь, что все это для возвращения. Нужно сохранить здоровье. Не просто для здоровья для здоровья, а здоровье для жизни. Ну вот тут-то, казалось бы, и стоит поставить точку. Однако для того, чтобы стать космонавтом, надо быть не только сильным, но еще и умным. Или, по крайней мере, начитанным. Сейчас, если народ не читает, и он общается только с телевизором, а там, боже мой, что творится. Вот мы и решили узнать, кто и что читает на родине 205-го космонавта мира. Если читать с детства злые детективы, человек может стать нервным. Нет. Кого? Редко. Книги. Ну, смотря какие. Да. И какие же книги вы читаете, если не секрет? Роман. Я вообще, может, в жизни всего пару книг прочитал. А я читать не умею. Как это вы не умеете? Какие книги вам читала мама? Мама Мурзилку. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Говорят, что театр начинается с вешалки. Ничего подобного. Театр начинается со зрителей, то бишь с тебя и меня. Но ничто не вечно под луной, и те, кто сегодня активно хлопает ладошками в зале, завтра могут стоять на сцене. Именно так и случилось с самыми обыкновенными ребятами из Риги.
То был мой четвертый день в армии, я уже всех просто ненавидел. Мы ехали в обшарпанном вагоне из порта Дикси, штата Нью-Джерси, в Билоксе на Миссисипи. 3 дня никто из нас не мылся, вонища стояла, смертоубийственная. 4 года назад в Риге был объявлен конкурс среди молодежи на бесплатное обучение актерской профессии. Да и не где-нибудь, а у известного режиссера Олега Павловича Табакова. Лучшие из лучших уже сегодня стоят на сцене Рижского драматического театра, снимаются в российских сериалах и точно знают, как добиться успеха в жизни. У каждого свой путь, но нужно его четко выбрать, определиться с ним и идти к цели, несмотря ни на что. Сам же Табаков, поставивший на ноги дюжину молодых актеров, считает, что особого таланта для того, чтобы стоять на сцене, не надо. Главное – это упорство и труд, к чему, по большому счету, рижским ребятам не привыкать. Знаете, ничего преодолевать не надо, надо заниматься делом. Знать, чего ты хочешь, и последовательно реализовывать это. Преодолевать надо собственную лень, собственную безответственность. Так, больше ничего преодолевать не надо. Что же касается работы, то когда я смотрю, я всегда пишу замечания о том, что им не удалось сегодня. В этом польза. Польза в том, чтобы они не повторили тех ошибок, которые они сделали сегодня. Вот это и есть настоящая работа во взаимоотношениях с молодыми. Главное, чего нельзя делать, не надо врать. Если не знаешь, что ты лучше скажи. От этого будет больше пользы и для них, да и тебе не будет стыдно. Так, шаг за шагом, через упорство и непосильный физический труд, ребята становятся настоящими актерами. Сыграна «Свадьба Кричинского», пройдены бесплодные усилия любви. Впереди контракт на 3 года с Рижским драматическим театром. Рига – это, это все. Вот для меня, я не могу за всех говорить, кто-то уже себя считает с радостью москвичом. Я себя ни в коем случае не хочу считать москвичом. Я горжусь тем, что я рижанин, и я всегда хочу им оставаться. Все режиссеры, которые собираются работать в театре в этом сезоне, рассчитывают так или иначе использовать в своих спектаклях молодое пополнение. С 1 августа ребята были официально зачислены в штат театра и теперь трудятся на сцене как самые настоящие актеры. То есть живут так, как другие могут только мечтать. Жизнь – это нечто, что всегда делается набело, без черновиков. Поэтому я думаю, что все-таки самое удивительное в жизни – это любовь. Стало быть, любите, не теряйте времени. Последнее время на улице пасмурно и иногда льет дождь. А ведь буквально месяц назад солнце светило на всю катушку. Давайте же вспомним о том, как замечательно можно провести время, если не приковывать себя к телевизору. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг. В часе езды от Риги среди полей и лесов все это лето работал лагерь «Эсперанса». В этом году в нем собралось около 1,5 сотен человек в возрасте от 6 до 16 лет. Это третий по величине лагерь в Латвии. От других он отличается тем, что здесь можно отдыхать 24 дня подряд. Просто дома уже надоело, как бы все время круглый год. А так ты на лето в лагерь уедешь, потом так соскучишься, что просто из дома не хочется уезжать. Да и действительно, есть к чему привыкнуть. Пятиразовое питание, ночное ориентирование, конкурсы и, конечно же, спорт. Такие лагеря нужны, во-первых, для того, чтобы дети собирались в коллектив, во-первых.
испытали свои такие трудности, потому что во многих семьях они не испытывали то, что испытают в лагере. Это коллектив, естественно, дружба. Но второе – это проверка своих физических качеств, она обязательно нужна. Помимо обязательной зарядки и дискотек, каждый участник лагеря два раза в день посещал тренировку. Бег, прыжки в длину, баскетбол и самое главное испытание – вышка. Те, кого не страшит 10 метров свободного полета, взбирались на самый верх и бесстрашно ныряли в воду. Допустим, ты долго-долго собираешься, потом прыгаешь, адреналин, трясешься от ветра и... Когда ты вообще приземляешься к воде, то вообще чувства неописуемые. Пока население лагеря занималось своими делами, то есть лепило, резало и творило, вожатые и тренеры придумывали новые мероприятия и боялись, что их подопечные будут скучать по дому. Все равно это дети, они оторваны от семьи. И даже те спартанские условия жизни, которые у нас, как-то нужно немножко загладить, особенно маленьких детей. То и дело в лагере появлялись интересные люди, которые рассказывали о себе и своей профессии. Так в этом году ребятам повезло познакомиться с группой захвата и досконально изучать все подробности их работы. В общем, вожатые могли не беспокоиться. Народу понравилось. Здесь прикольные все. Они шутят классно, танцуют на дискотеках. Тут очень весело, нечего скучать. Лагерь – наша большая семья. Мы бодры, веселы. Хорошо нам живется, друзья! Говоря другими словами, у вас есть повод задуматься над тем, как провести следующие каникулы. В конце концов, до начала лета осталось всего лишь полгода. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось? Ну вот и все на сегодня. Для знакомства, пожалуй, достаточно. Но не расслабляйся. Уже на следующей неделе тебя ожидает эксклюзивное интервью с группой «Смысловые галлюцинации», а также секреты яростного карате и советы о том, как добиться успеха в жизни от Андрея Козлова. Оставайся с нами и не забывай о письмах. По адресу вместе@navigator.lv ты можешь рассказать о себе. И вполне возможно, что следующую передачу мы проведем вместе.